Вот это ротан живет здесь, видите? Это здесь вот квартирант у меня жил, заставил его красить дверь. Вот вы не поверите, вот она, смотрите, сломал, не хочет ничего делать. Вот там дырка, у него там пола нету. Оттуда прет, вы только бы вот запах бы нюхали. Это невозможно, без толку ему говорить. Вот это вот здесь все залил мой сын, ну давно, это в 41-м залил. Вот он сейчас, я ему уже 2 недели говорю, купи, иди себе этот, как его, цемент готовый. Он 180 рублей, 10 килограмм вроде, или 15, я же не помню. Мы в деревне покупали. Ты что, не буду делать, посмотрите. Не хочет ничего. И вон там, видите, дырка, от него свет идет, там он. Вонь оттуда, вонь. Вонь оттуда идет. Вонь. Там же у него 2 кошки, там в квартире черти что творится. Вонь идет, это вообще. Он кошкам жрать дает, хоть бы выкидывал, он собирает там. Ну, представляете, какая вонь у него вот. Вот я сейчас. И вот так вот он загородил. Вот он. Видите, загородил. Чтобы я не ругалась. Вот так он загородил, чтобы не пахло. Но это нормально, мужику, блядь, сколько лет и не хочет ничего не делать. Ничего не хочет делать. Вообще пиздец. Он зато не пьет сейчас 1,5 года. То что? Порядочный. Все такие алкаши, а он порядочный. 53 года ничего не умеет делать. Вот видите, как он так сломал, я не знаю. Но я поняла, сломал, потому что у него пола здесь нету. А здесь он, наверное, наступил и про... Не хочет. Видите, щебенку надо принести. Не хочу. Я не умею делать. Найми, говорю, найми. Нет, денег, говорит, нету. Свет перегорел. Уже я 3-й раз лампочки здесь вешаю. Ничего не умеет делать, не хочет. Не хочет, не умеет, мужику, 53 года. Вот так. Бумагу зато застелил, чтобы я не видела. Я охренела, когда увидела вот это. Представляете, вон. Гандон. Ты что? Зато про всех все знает он. Он порядочно сейчас стал, не пьет.